Всем привет, дорогие друзья! Как вы думаете, где мы находимся? Как я вам и обещала, в этом году мы с вами будем посещать различные пляжи в Анталье, в Алании, в других регионах Турции. И на этих выходных мы приехали опять в Белик, но уже на пляж Кадрие. Кстати, в следующих видео мы поедем отдыхать в Кемер, поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас много-много всего интересного. Что будет в этом видео? В этом видео покажу вам территорию вот этого вот общественного пляжа. А самое главное, мы с вами сходим в магазин купальников, бикини и всего того, что необходимо для того, чтобы выглядеть на пляже красиво как мужчинам, так и женщинам. Магазин находится в Алании, но прежде чем мы пойдем в магазин, покажу вам территорию этого пляжа, ну и, конечно же, море. В общем, друзья, вот такой вот здесь классный пляж. Сейчас мы раскладываемся на наших шезлонгах и будем купаться и отдыхать. Сегодня, кстати, суббота, 17 июля, разгар лета, жара стоит невероятная, море теплое-теплое, поэтому, если вы еще не в Турции, обязательно приезжайте. Многие просили меня сделать обзор магазина бикини, и, наконец-то, в этом году магазин купальников, бикини, шорт для всей семьи, для мужчин и женщин обзор сделала для вас в Алании. Поэтому переносимся в Аланию, вы смотрите обзор, а мы купаемся и отдыхаем. Друзья, вот так вот быстро мы оказались с вами практически в центре Алании, около потрясающего магазина, где продаются купальники, бикини, плавки, костюмы. В общем, все то, что вам необходимо для того, чтобы выглядеть классно, удобно и красиво на пляже. Где же расположен магазин Элайда Бикини? Расположен он в самом центре Алании, на бульваре Ататюрка. Вот вы видите, я нахожусь на бульваре Ататюрка. Если идти от моря, в той стороне расположен Домлатаж, а в той стороне расположен всеми вами известный магазин LC Waikiki. И обратите внимание на то, что этот магазин расположен прямо напротив вот этого вот желтого здания. Также в описании к этому видео вы найдете все контакты этого магазина, а самое главное, точную ссылку на карте Google. Ну что, дорогие друзья, мы находимся в настоящем раю бикини, купальников, плавок. И здесь, я уверена на 100%, вы найдете то, что вам необходимо. Если вы любите какие-то эксклюзивные вещи, например, бразильские бикини, здесь они есть. Если вы любите что-то закрытое, здесь тоже все есть. И от маленьких до очень-очень больших размеров. Эрхан Бей и Серпиль Ханым – владельцы этого магазина. И пройдя в этот магазин, вы совершенно свободно можете выбрать то, что вы хотите. В этом магазине также есть русскоговорящий персонал. Серпиль Ханым, сіз қанша жылдан бері жүрсіз? 21 жылдан бері жүрсіз. 21 жылдан бері. Сіздің 3 tane mağazanız var? Evet, 3 tane mağazam. Birisi Manavgat'ta, burada şube olarak, birisi cadde üzerinde, biri de çarşı mağazamızda. Ünlü marka bikinilerimiz var bizim. Burada örme bikinileri bu sene çok moda. Normal body şeklinde üst ve takım olarak modellerimiz var. Şöyle, normalde biz 5-6 Türk markası satıyoruz. Sea Life, Foam, Argento, Azra. Bu tür güzel bikinilerimiz var. Hepsinin bedenleri var. En çok sattığımız ürünlerde içleri push-up'lı olanlar var. Takviyeli ve çıkartabiliyoruz içinden. Çok güzel mallarımız ve isterseniz buradan da çıkartabiliyorsunuz. Çok fazla renkleri olan mesela bizim bando modellerimiz var. Yaklaşık bunların 10 tane rengi var. 36, 38, 40, 42, 44, 46 bedene kadar бедэнлери мевджут. Кстати, хозяйка магазина сказала мне, что самые популярные варианты в этом году это вот такие вот комплекты. Кто знает, как они называются, напишите обязательно в комментариях. Цены на комплекты начинаются от 50 лир.
И в этом магазине цены от производителя. Поэтому можете смело приходить, выбирать. Есть примерочная комната. Можно взять, например, верх от одного комплекта, подобрать еще один низ, либо взять и низ, и верх совместно. Вот такой вот очень классный комплект, кстати, мне тоже понравился. Здесь он совершенно без силикона, производство турецкой фирмы. Стоит такой комплект 225 лир, фирма Аргента. Здесь производство, все купальники, все нижнее белье, все плавки, маечки, все производство Турции. Haplı bikiniler var. Bunların da yaklaşık 50 bedene kadar büyük beden olarak mevcuttur elimizde. Yaklaşık 20-30 tane rengi var. Kaplı ve desenli model olarak. Yüksek bel bikinilerimiz var. İsterseniz bunu yüksek olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz tamamıyla küçük bir model olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yaklaşık bunun mor rengi, kırmızı, beyaz, siyah her rengi mevcuttur. İşleri tamamıyla full silikon. Full push-up'lı diye geçiyor. Bunlarda da yaklaşık yine 6-7 renk mevcut. Düz renk olarak. Şu balenlerde 80 liradan başlıyor. Yani Türk lirası olarak 80 TL'den başlıyor. Yaklaşık 140-150 arası balenli bikinilerimiz var. İşleri dediğim gibi 36'dan başlıyor. Yaklaşık 50-52 bedene kadar mevcuttur. Очень популярны больших размеров вот такие вот варианты. Очень много мужских и шорт, и плавок. В общем, действительно, глаза разбегаются, потому что найти здесь можно, ну, абсолютно на любой вкус. И, кстати, здесь еще очень классные есть накидки. Покажу вам сейчас вот такого вот плана. Если вы хотите что-то более длинное, можно вот такого плана купить накидочку. Цены от 150 лир на такие накидки. Есть различные парео, разные цвета. Есть, например, вот такого вот интересного блестящий, есть красный, есть бикини бразильского плана. Очень много, кстати, популярных в этом году вязаных купальников. Видите, черный, белый, желтый. Вот такие вот тоже очень интересные, аутентичные вещи. Например, вот такой вот стоит 160 лир. Mayoların üzerine çok güzel şallarımız var, parayo çeşitlerimiz var. Yaklaşık 5 tane model, 5 ana model kelebekli. 10 tane renkleri var. Şu şekilde modelleri, renkleri vardı mevcut. Bunlar 50 TL'den başlıyor. En pahalısı 90 TL. Bir alana bir bedava olayı var. 10 Euro'ya satıyoruz. Bir tane alıyorsanız bir tanesi bedavaya geliyor. Fantazi modellerimiz var. Çok güzel. Geceliklerimiz ve alt modellerimiz var. Bunlarda da standart beden herkese olabiliyor bu modeller. Hiçbir şekilde sorun yaşanmıyor. Burada tek alt çeşitlerimiz var. Bunlar da fantazi ve yüksek bel. Ve normalde şu şekilde söyleyeyim. Lazerli kesimlerimiz var. Brezilyan kesimler. Bunların renkleri mevcut. Tekrar yüksek bel olarak da mevcut. Yani bunu herkes kullanabilir. Korselerimiz var. Şöyle. Yine fantazi modellerde. Güzel bir gecelikte falan rahatlıkla kullanılabilir. Gece kıyafetlerinin altında. Başlayan fiyatlar 40 TL'den başlıyor. Yaklaşık 70 TL kadar fiyatları var. Burası yine aynı şekilde çok güzel body şeklinde. Çok harika kesimler var. Büyük beden fantazilerimiz var. 70 TL'den başlıyor. 150 TL arası fiyatlarımız var. Bu şekilde. 49 TL. Sadece 49 TL. Ve bunlar da yaklaşık 7 renk. Beden olarak small'dan başlıyor. XL, 3XL, 4XL'e kadar bedenleri mevcuttur. Burada bizim yine böyle ünlü markalarımızda slip şeklinde, erkek slip şeklinde var. Şu şekilde. Bunlarda da beden small'dan başlıyor XXL'e kadar. Stringlerimiz var. Bunlar yaklaşık 10 tane renk bayanlar için. Yine slip şeklinde de var şu şekilde. Boxer şeklinde de renkler var. Başlayan fiyat bunlar 25 TL arası. En pahalısı 35 TL. Mayokinlerimiz var. Arkası komple bikini şeklinde.
Arkası bikini şeklinde, normalde bu şekilde. Bunlar farklı farklı leoparlılar bu sene çok moda. En çok satılan modelimiz ve biz Instagram'ımızda da çok iyi satıyoruz bu modeli. Bu sene popüler, çok popüler. Common modeli. Toparlayıcı mayolarımız var. Bunlar da 40 bedenden başlıyor 50 bedene kadar. Düz renkte var. Desenli olarak var. Şu şekilde. Spor modellerimiz var. Bu da common. Çok güzel bir model. Şu şekilde. Çok harika bir model. Tankini modellerimiz var. Alt normal slip şeklinde. Üstüne de normal takviyeli. Şöyle güzel bir tankini modellerimiz var. Şortlusu var. Я вам сейчас покажу, что привлекло мое внимание. На самом деле я ношу на пляже в основном платья. Здесь есть разные платья, например, вот такого вот плана, если вы хотите что-то яркое. Я, например, ношу на пляже вот платье вот такого плана. У меня есть несколько вариантов. И, кстати, очень-очень удобно. Не прилипает к телу, когда выходишь из воды, очень удобно плавать. И каким образом выглядит вот такой вот комплект? Здесь снизу такой смежный как будто купальничек и сверху просто юбочка. Если вы хотите выглядеть более закрыто на пляже, можете вот такой вот платье купить. Цены на платья, вариантов просто огромное количество. Можно, например, выбрать вот такое вот розовое. Честно говоря, у меня глаза разбегаются, но я очень люблю черно-белые комплекты, поэтому я себе все-таки выберу что-то черно-белое, потому что от старого своего платья я немножко уже устала и хочется как-то сменить этим летом, купить новый комплект. Посмотрите, есть вот такие вот, например, платья, и вместе с шортиками. Bu şekilde yarım kollu, tight'lı, yani leggings tight'lı bu şekilde modellerimiz var içinde şu şekilde. Bunlar da 36 bedenden başlıyor, 46 bedene kadar var. Bunlar tam olarak kapalı modellerimiz de var. Bunlar normal likralıdır. Şunlar da normalde paraşüt kumaş. Büyük beden. Bura normalde buradaki modellerin hepsi 42 bedenden başlıyor, 52'ye kadar bedenleri var. Strapless model olarak geçiyor, kaplı modeller geçiyor. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model var kaplı modellerin. İçlerinde silikon yok, sadece kap. Tek olarak isterseniz değiştirme yapabiliyoruz bunları. Şortlu da verebiliyoruz isterseniz. Bu şekilde. İçleri silikonlu, isterseniz bu şekilde korseli. Bunlar 2 yaştan başlıyor. Yaklaşık 14 yaşa kadar. Rengarenk şortlarımız. Bayan şortlarımız. Paraşüt kumaş, çabuk kuruyan kumaşlardan bunlar. Bunlar da 40 TL ile 70 arası. 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL mayolarımız var. Paraşüt kumaş, çabuk kuruyan. 5 dakikada kuruyor bunlar. Rengarenk. İsterseniz bu şekilde de var. Rengarenk. Fiyatlar bunlar 40 TL'den başlıyor, 140-150 arası değişiyor. Что мне понравилось еще в этом магазине? Мне понравилось именно то, что можно комбинировать верх и низ. Это вот такого вот плана купальники, как я уже говорила, больших размеров. Можно, например, выбрать вот что-то вот такое, видите, со стразами, например. Кто любит что-то яркое с цветами, вот можно взять купальник с цветами и низ, и верх такой яркий, красивый. Кто-то любит что-то более спокойное. Очень мне понравилась вот эта модель. Почему? Потому что, как сказала владелица магазина, можно сделать узко, а можно сделать широкий низ, и будет это тоже смотреться очень аккуратно и красиво. Поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы любите, какие купальники вы предпочитаете. В горошек. Горошек всегда классика, актуально, аккуратно, красиво. Можно, например, к купальнику подобрать не вот такие вот открытый низ, да, а низ, например, шортиками. Поэтому я уже присмотрела, что мне нравится. Обязательно
сейчас померю. Айхану тоже мы выберем здесь какие-то яркие шорты. В отличие от меня, Айхан любит, например, что-то вот такое вот более голубое. Как вы думаете? Желтые нет, но вот он любит что-то такого более голубого, синего цвета, яркое прям. Вот, например, вот такого вот плана. Айхан, насыл. Вот такого вот плана, например, можно взять шорты, в которых можно и на пляже находиться, и плавать. Как я уже сказала, все цены, что для вас является очень важным, и вы всегда об этом спрашиваете, указаны на этикетках. Турецкое качество превосходное. Сюденimiz var şöyle, şu şekilde. Çok güzel. La Robanesta'nın çok güzel bir marka. Türk markası. Bunlarda da 75, 80, 85, 90, 95 olarak 100, 105 de var. S, D, D, W hepsi var. Bütün bedenler var. C, C bedene kadar hepsi var. Mevcuttur. Erkek boyalarımız mevcut. Sadece tek markaya satıyoruz. Kom markası. Türkiye'de çok güzel bir marka bu. Bunların da yine 3XL, 4XL'e kadar var. Şort şeklinde. Gençler için de ekstra yine bu modeller var. Böyle. Bunlar da şöyle söyleyeyim. 79 TL, 160 TL arası değişiyor. Sliftleri var. Şu şekilde yine kom markanın. İyi marka bunlar. Çok harika bir marka. Çabuk kuruyan kumaşlar. İsterseniz biraz daha hani uygun fiyatlı olanları da var. 50 TL, 70 TL arası. Çocuk bikinilerimiz var. Onlar da çok harika bikiniler. Tatlı. Bunlar da 1 yaş civarı başlıyor. 14 yaşa kadar. Erkek mayoları. Erkek çocuk mayolar. Böyle. Çok şeker. Yüzücü mayolar bunlar. 5 dakikada kuruyor. Spor modellerimiz var. Pamuklu. Tayt şeklinde. Small, medium, large, XL, XXL. Yine ünlü markalarda. 6 tane rengi var. 109 TL civarı. Yine onların şortlu kısa kollusu var. Bunlar da small, medium, large, XL. Yaklaşık 5 rengi var. İşte kırmızı, gri, beyaz, siyah, pembe şu modellerimiz. Bir de onların yine şortlusunun uzun kollusu var. Bunlar çok popüler ve çok satılan modellerimiz. А сейчас мы находимся уже в самом центре Алании, на знаменитой улице с тыквами. И здесь располагается второй магазин с купальниками бикини и Лайда Шоп. В этом магазине также можно приобрести бикини, различные купальные костюмы, плавки для мужчин, женщин и для детей. Друзья, как я вам уже говорила, в этом магазине вы можете найти купальники на любой вкус. Если вы хотите что-то цветное, яркое, необычное, есть. А если вы любите что-то такое простое, геометричное, черное-белое, классическое, посмотрите, какой потрясающий сплошной купальник я нашла. Вариантов просто огромное количество, но мне, например, понравился очень вот такой вот купальник, потому что я действительно люблю что-то такое более классическое и элегантное. Поэтому обязательно приходите, смотрите, выбирайте, найдете то, что вы ищете, 100%. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizi mağazamıza bekliyoruz. Bu senin çok güzel olmasını istiyoruz. Umarım sizler de bizleri ziyaret edersiniz. Buyurun gelin, fiyatlarımız çok uygun. Çok güzel bir yaz bekliyoruz. Друзья, мы опять на пляже в Кадрие. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите ваши комментарии. Ну, конечно же, приезжайте в солнечную Аланию, Анталию, Турцию. Здесь очень-очень здорово, красиво и тепло, вкусно. В общем, потрясающе. Давайте сейчас с вами прогуляемся по территории этого парка. Здесь парк для пикников. И, конечно же, пляж. Как вы видите, огромная-огромная территория с детскими площадками. Ну и, конечно же, пляж, на котором есть все удобства. Шезлонги можно взять в аренду. Есть комнаты для переодевания, души и так далее. Это общественный пляж Кадрие.
Шезлонги здесь стоят тоже 10 лир. И видите, нам мальчик помог, мы перетащили в тень. Кстати, народу кажется, что не так много, потому что здесь очень широкий пляж. Ну и, друзья, идем с вами на самый берег моря. Посмотрим, какой же здесь вход в воду. Но в Белике везде очень хорошие пляжи и очень такой мягкий песок хороший и плавные входы в море. Есть немного камушки на самом берегу, но очень комфортно и классно можно здесь отдыхать. Я с вами на этом прощаюсь. Заходите в магазин купальников и бикини, который расположен в Алании, в двух районах, в центре города и на улице Ататюрка. Все контакты этого магазина по ссылкам в описании и точное место расположения на карте, что очень важно. Ну и, конечно же, как я уже говорила, приезжайте в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего, хорошего отдыха, просмотров, подписка. Это ваша благодарность нам. Всем пока-пока.